Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Angry Birds Go. Добро пожаловать, доступны новые ежедневные гонки, успейте получить сегодняшние призы. А поиграем обязательно. И разблокированы турниры, за состязания с другими игроками на турнирах можно получить большие награды. А это какие, где? Я в них еще не участвовал, да? А для начала можно воспользоваться бесплатным ящиком, или не бесплатным. Наверное, обычную, которую я выиграл, когда вот там ездил сам. И получаю кристаллики, монетки, там запчасти разные и т.д. А, подождите, а почему я еще открываю? У меня что, либо не было ключиков, этих билетиков. Короче, пока... Пока открывается, я открываю, скажем так. И еще один даже за рекламу открыл. Короче, не знаю, откуда эти билетики взялись, но вот спасибо огромное за то, что они были. А, так, ну что же, где эти ихние турниры с другими игроками? Даже не знаю. Что они еще пишут? Детали. Детали мне, в принципе, не нужны пока. Так, снегоход мне получить. Я, по идее, получил там вот какие-то прикольные плюшки. Может сразу купить получше, вот за 100 этих чертежей. Strike out какой-то. Двухзвездочный этот снегоход, да, или кто он там у нас? Потому что этот улучшать, вы видите, у него 61 мощность, а у этого аж 102. Почему бы его не купить, слушайте? Давайте куплю, мне же проще с ним будет ездить, правильно? Да, купить, конечно. Я ж на нормальном языке говорю. Прикольный такой, как у утки, эти вот ласты, на которых он ходит, да? Лапки. Так, ну и, естественно, могу улучшить даже. Что я могу улучшить? Так, за серебро. Управляемость. Не вопрос. Так, еще. А уже 10 серебра? Нет. Лучше я пока все по 5 серебра буду улучшать. А тоже 10. Блин. А вот здесь 5, хорошо. А здесь тоже 5. А вот здесь 10. А скорость быстрее набирается. Улучшаю. Так, и за золото могу улучшить чего-то там управляемость, да? Ага, за 2 золота. Так у меня золота хватает. Я могу не только 2 улучшить. И опять за серебро. Серебра нет. Прикольно. Серебро, золото, опять серебро. Так, и быстрее набирает максимальную скорость. Все. Походу, пока не хватает больше. Золотых нет. Ну и ничего. У меня уже 108 сила. А максимум, видите, может быть 130. Так, вспомню, как это делается. Вот не часто играю, потому что слишком много всяких Angry Birds игр. Поэтому вот... Вот так получается. О, подождите, у меня сила 108, у них 60. Ха-ха, вот это прикол. Так, ну что, погнали. Я должен в любом случае быстрее старт... Ого, там бойня какая-то сзади. Так, а в чем здесь прикол? Они от меня по-прежнему не отстают, как вот в прошлых обзорах. А-а-а, мне перекинуло. Вот это вообще ужас. То есть у меня сила в 2 раза... Блин, я вообще не пойму, как управлять на этом снегу. Смотрите, что творится. Вот эта трасса. Бедная моя машинка. Бедный мой карт. Он его просто носит. То есть, что я ему управляемость прокачивал, что не прокачивал. Результат один. Так, можно, в принципе, ускориться, да? Но это еще одна. Если я еще и ускорюсь, то меня вообще там унесет куда-то на другую планету. Я же вот, у меня мощность почти 2 раза больше, а противники как вот там следовали за мной по пятам, так и следуют. Ой-ой-ой, блин, видели, все пропустил. Ай, как обидно, из-за того, что ускорился, наверное. Ну, конечно, это было удачно. 5 чертежей, билетик, опыт, монетки, супер. Вот так я первую трассу прошел на 3 звезды легко. Так, магазин. Открываю ящик. Что в нем у нас?
Ну, по-моему... Ого, какая машинка вторая. Смотрите, прикольно. А это что у нас? В общем, не пойму я, что это. Пока все. Ладно, давайте ехать дальше на снегоходе. А это точно снегоход? А, компания. Требования 65 мощности, да? Ну ладно, тут получается можно заработать 2 билетика за первые места. Ну, как я уже понял, вот если все... А, мы вдвоем всего? Ага, прикольно. Как я понял, если вот... Ого, тут получается собирать нужно все эти сладости. То есть, если у меня маленькая мощность, или там большая... Ай, сука, все пропускаю. Если я буду пропускать, я ж просто не выиграю. Я ж не соберу нужное количество и проиграю. О, да. Нет, тут надо как-то поаккуратнее сидеть, слушайте. Ай-яй-яй, меня просто выносит. О, а тут сам напоролся, отлично. Блин. Как это все можно сделать? Я не представляю. Только вкусняшек, а я все пролетаю мимо. О, блин. Бэмс. О, пожалуйста, пожалуйста, тут если я это не соберу, то я ж потом, блин, проиграю. А, еще чуть-чуть. А уже почти, наверное, финиш. Нет? И здесь. Ой, здесь тоже куча всего, я собрал, по-моему, да, монетки превратилось все это дело. С такой мощностью, конечно. То есть, если бы я с первым картом играл, было бы здесь тяжело. А вот с этим... Ого, ого. Я даже не ускорился. Забыл. Даже противник не знаю, где там, но, в общем, где-то далеко, наверное. Так вот, если бы я с первым картом играл, то это было бы, конечно, жестко. Я бы там, наверное, ездил, ездил, долго бы еще ездил. Итак, есть два билетика. И вот для снегохода улучшение 7 серебряных, да? Отлично, открываю еще. И еще для снегохода 7. И 7 таких... А, это может не для... Да нет, для этого. Вот и хорошо, давайте улучшать. Да, могу, конечно. Только что, 19 серебряных. Чтоб ему лучше улучшить. Разгон карта, нет, мне нужно как-то вот прочнее, тоже нет. Управляемость нужно. А, 15 как раз, да? Нет, быстрее скорость, управляемость у меня нормальная. Хотя вот, а это... А, типа сцепление лучше, наверное, сцепление все-таки повышу. Вот и хорошо. Уже максимум 140 прочность, а почему так? Стоп, а это точно он? Я не туда зашел. Блин. Я не туда зашел, думаю, что-то не то. Вот она, управляемость. За 10. Нет, это максимальная скорость. Вот. Да, вот так вот. А то думаю, думаю, что-то там не похоже. Ладно, продолжаем. Так, а это вот, по-моему, уже не то, да? Это вот летающий. У него 113 у меня силы. В этой миссии. Давайте я его теперь... А, улучшить не могу. Я же его уже улучшил. Вот почему мне его выдало, потому что следующая миссия на вот этом вот летающей машине. Ну ладно, поехали. А вот получается, пока я не стал покупать эти машинки за чертежи, было все грустно. Когда я начал их покупать, то вот стало сразу легче. Bubbles против Реда. Ух ты. Опа, я, естественно, первее. Вот это да, вот это он меня подтолкнул, конечно. Мне просто нужно здесь приехать первым, я так понимаю, чтобы пройти эту миссию. Ну и чем быстрее я приеду, тем больше шанс. Ого, ого! Блин, да что ж так меня так носит, а? Чем быстрее я приеду, тем больше шанс получить 3 звездочки. Носит его конкретно. Или это меня так носит, что-то меня и на снегу носило, и здесь носит. Так, еще немного я включаю ускорение. Только как-то на поворотах не очень хочется его включать. Меня же сразу вынесет за пределы. Ой, блин. Или как меня стукнуло. Ого, фух. Ну, первое, естественно, смотрим на результат. Да, 3 звездочки. Сразу 3 билетика, ничего себе. И открыт Bubbles, вау. Вот он. Ха-ха. Ого, ого.
Как так? Ну понятно, мы все знаем, что он большой такой. А в следующий раз откроется уже Матильда. Так, но это еще не все. Получается, мне нужно открыть целых 3 ящика. Вот, для снегохода улучшение. Сразу 16 серебряных монет. Обалдеть просто. Так, здесь что-то новенькое. То, чего нет. И вот для снегохода, но только не для такого, как у меня. Жаль, конечно. Так, я хочу вернуться в 3-ю главу. Вот эта первая миссия меня интересует. Я вот не помню, почему я здесь не мог выиграть. У меня же как бы вот, смотрите, 119 мощность этого аппарата. Что я с ним не так сделал? Он уже максимально у меня улучшен, да? А, вот только фиолетовый не могу улучшить. Нет жетончика. Блин. А, наверное, нужно еще больше аппарата покупать. Давайте я раз сыграю, убежусь в том, что здесь мне ловить нечего. Не-не-не. На трассу. Поехали. Потому что я уже не помню. Я сам здесь вообще обалденно. Прикол. Если я сам, в чем сложность? Значит, что-то здесь не так. А, вот эти блоки ледяные нужно на время, получается. Все, я вспомнил. Так, а почему тогда, я не знаю. Вроде же как бы здесь... А, все, можно успевать. Ладно, не врезаться, да? Управляемость у него должна быть хорошая. Может, я просто эту машинку купил позже? Я не помню, честно. Пока вот все как классно получается, да? Вообще идеально. Было, блин. Пока вот не сказал, что все идеально. Ой, класс. А, это финиш был, а я аж не ускорился. Ну, получилось. А, ну просто я 3 звезды не получил, наверное, да? Нет, получилось. Слушайте, о чем же тогда в прошлый раз проблема была? Почему я не прошел ее на 3 звездочки? Ха, класс. Раз и все. Так, открываю еще один сундук. Вот куча всяких плюшек. Так, я не пойму, где соревнования с другими игроками. Вот это может... Команда режим. Присоединиться к команде и создать новую, да? Ха. А, прикольно, пишет, что... А, твое устройство не поддерживает эту игру. Запусти ее на одном из этих. Android, в общем, iOS или iPad. Короче, на эмуляторе не поддерживает. Блин. Странно. Ладно, ежедневная гонка. Легко, средне и сложно. Естественно, выбираю сложный уровень. А у меня же тем более крутая машинка. Лучше... А ну та же, на которой я только что ездил. Ой, я опять сам. Прикольно. Что, опять буду по льду гонять? Рэд так постоянно смотрит. Неужели я сам? То есть, походу, не льдинки, а какие-то вот блоки интересные. Ну, типа, в городки будем играть, да? Ой-ой-ой. Походу, я чемпион по городкам. Я их все сбиваю, да? О, вот это да. Ого, монетка большая какая. А, не хочу. Походу, меня здесь уже ускорение не спасет. Пытаться стоило, но нет. В смысле, получилось. Я что, прошел? Как я ее прошел? Я что-либо опаздывал? Не? А, видать, мне просто круто повезло. Ладно. Везет тому, кто везет, да? Так, сколько там звезд заработал, не помню. Давайте еще раз проедем. Чтоб понять, что это было, скажем так, не случайно. Да, опять то же самое, пропускаем. И главное начали здесь. Не врезаться хотя бы первые там пару городков этих. Опять монетка золотая. Наверное, это круто, если ее возьмешь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да что ж такое? Все мое, слушайте. А, вообще.
Вообще разрушение полное произошло, да? А, так слушайте, я впереди. Вот, там этот... То, оказывается, я был первый, а... Взрыв этот за мной там гонится по пятам. Ай, монетка. Что, я взял монетку? Смотрите, как классно. То есть я опять успел, даже без ускорения. Фу, прикол. А, видите, не на 3 звезды. Понятно. Так, ну, в принципе, в любом случае, я уже почти прошел. Еще одна попыточка, вот, и будет у меня еще 3 этих вот билетика. Поехали. Это дело можно пропускать. Вот если бы я ускорился, возможно... Ой, куда это я? Мне же сюда нужно. Ничего себе, я чуть... Короче, не заметил сразу эти бревна. Прям по центру там. Если бы ускорился, возможно, получилось бы взять 3 звездочки. Ой-ой-ой, думал проскочу. Плохо думал. Ох ты, ох ты, ох ты. Блин, все-таки попал. О, класс. А, не класс. Почему же... Не, ускорение мне страшно. Включать здесь. А, подождите, а почему так сейчас? То есть я проиграл. До этого было легко, а сейчас вот... Вроде бы правильно ехал, не получилось. Странно. Ну... Так, ладно, что-то вот пошло не так в прошлый раз. А почему, не пойму. Блин, как-то может трасса сложнее стала. Они поняли свою ошибку вот в первых этих разах. И вот потом начали мне более сложную трассу ставить. Видите, что творится? Я замедлился сильно. О, а сейчас я, походу, на порядок как бы этот, ну, опережаю этот фитиль. Ладно, что так было и дальше. А, куда я еду? Я вообще не видел, куда я еду. Монетка, монетка. Странно. То вот... Вот такая трасса, как первый раз, да, по-моему, или как? То есть прошел ее вообще и не заметил. И все равно... Ну, я ускорение не использовал. И 2,5 звезды. Так, ну все, билетики я все собрал. Фух, давайте, во-первых, глянем, что там Bubbles у нас, как себя чувствует. А, позволяет наполниться воздухом и перекатиться через врагов. Ух ты. А, ну, либо у него получается 119 автомобиль. Ну, это этот же, который у нас и был, да? Для начала открою сундучки. У меня их целых 4 штуки. Так. Есть такое. Монетки. И кристаллики. Снегоход этот тоже. Но фиолетовых как бы нет. Фиолетовые, наверное, дальше будут. Так, ну попробуем Bubbles'ом сыграть. Так, только вот нужно перейти на следующую карту, на 4-ю. Да, тут у меня улучшений никаких. Только вот потом покупать новый аппарат. 200 стоит, этот 500 уже. А, короче, чертежи нужно зарабатывать. Ясно. Ну что ж, Bubbles, ты готов проехать первую гонку? Давай. А, энергии нет, подождите, а почему? Так, энергии мне накинули. Забыл, что энергия здесь как-то расходуется, непонятно. Так, смотрим. Опять у них там эти болиды послабее, чем у меня. Как приятно, раньше вот они были все-таки сильнее меня. То есть я вот начинал новую трассу и только дышал им там. Пятки, они все время были сильнее. Ой, надо было, наверное, туда ехать. Ну ладно, тут я просто увидел монеток больше. Ай-яй-яй, плохо дело. Ух ты. Плохо-плохо дело. Ну так как у меня болит сильнее, то я вроде как пока и... А, уже не первый, второй. Так, а может как-то перекатиться, попробовать через врага? У-у-у, смотрите. И правда он катится. Он катится и правда. Обалдеть. Вот это, конечно, мощность. Ну, тут, скорее всего, мне не будет 3 звездочки. Или будет? А, прикол, будет, оказывается. Шикарно. Так, ладно, открываюсь. Я сегодня столько уже этих открыл. Вот.
сундуков просто ужас. О, смотрите, фиолетовая карточка первая. Но для того болида, которого у меня еще нет. А, почему два? Должно же три было быть, нет? Наверное, два. Ладно, идем дальше. Что у нас здесь? Снегоход опять, да? Опять снежная карта. Могу его даже чуть улучшить. Даже не чуть. 29 серебряных монеток. Так, управляемость на максимуме. А мне здесь, наверное, нужно прочнее, чтобы он был. Потому что он постоянно там лупится об стены. Так, дальше. Увеличить предельный разгон карта. Нет, мне не надо предельный разгон. Мне нужно, чтобы он не так терял управление. Вот. Отлично. Все, еще его улучшил. Так как, кстати, следующий вид разблокируется на уровне 6.1. Ничего себе, еще не скоро. Ладно, поехали. Кто-то писал в комментариях, там много людей, что вот без доната здесь проходить почти нереально. Противники слишком крутые, но вот я смотрю, что вот просто играю регулярно, собирает там эти все ежедневки. И можно покупать более крутые машинки, чем вот у противников, и спокойно выигрывать их. Проигрывать, не надо нам проигрывать. Ух ты! Блин, вообще ж ничего не видно. Видно снежная метель какая-то. Красивая карта, вообще спору нет. Тут монетки, конечно, я плохо собираю. Блин. Ой-ой-ой, сейчас как грохнусь, блин. Вот нельзя, я ему прочность качал. Может просто включить все перекатывание. Блин, сильно его носит. Не, ну я вроде оторвался от них на этих поворотах. Давайте я, может, покачусь все-таки. Хочется еще раз на это посмотреть все. Ай, класс, слушайте. Он же, по идее, когда катится, он не этот... Ну, короче, не врезается, да? И такая широкая трасса в конце, чтобы не промахнуться. Слушайте. Блин, а противники меня догоняют. Блин, вот эта трасса, вот эта трасса. А, ну у них там тоже такие же проблемы. Вы видели? Как хорошо, что я прокачал им прочность. Вообще, обалденно просто. Да уж. Так, очередные два билетика. Золотые там для полета. 8 серебряных еще для вот этого снегохода. Там вообще какой-то первый непонятный, классный кар. Так, что у нас здесь? Летающий. Летающий у меня, по-моему, тоже можно улучшить. Ладно. Так, 24 серебряных билетика. Так, может до золотых добраться вот здесь? А максим предельный уровень разгон, ну не знаю. А нет, не доберусь, 15. А вот здесь тоже 15. Да что ж такое, везде 15. И здесь 15. Быстрее набирает скорость. Ну пускай быстрее набирает скорость. Так и быть, уговорили. 114. Так, ну полетели. А летать мы будем всего вдвоем с любимчиком. Ну, в принципе, мне Bubbles тоже нравится. Ага, вот она что, фрукты собирать. То есть он как бы может включать эту свою эту шарманку круглую. И спокойно несколько секунд катиться, не бояться там врезаться в препятствия. Так, и, блин, думал сейчас как полетит. Так. Куда? Не вижу. Блин, не вижу. А, вот сюда. Можно было правее там полететь, а можно было сюда. Так. А интересно, если много фруктов и включаешь пузырь этот. Он, по идее, все их должен собрать, да? Что-то пока вообще фруктов не встречаю. А, вот. Ну, рано включать, хотя вот, конечно, хочется. Так, половина собрана. Куда? О, там много фруктов. Вот сейчас может включить? Нет, я их так могу собрать. Ого, сколько их там, слушайте. Давай, приземляйся, чтобы быстрее. Фрукты лежат.
А, все, все собрал, да? Отлично. Музычка даже стихла. Наоборот. Надо, чтобы еще громче летало. Цели все выполнил. Так, а там финиш. А давайте я включу... По идее, он ускоряется, да? Чтобы догонять противника. Отлично. Вообще, эта миссия, я все равно разделе без проблем прохожу. 5 чертежей, билетик, монетки. Все как полагается. Так. Ну, нормально. Так, ну что ж, друзья, наверное, я остальные оставлю. А эти вот уровни уже на следующий обзор. Ведь хочется Матильду уже открывать как бы в следующем вот тоже выпуске. На сегодня с вами прощаюсь. Так, по-моему, сегодня было все хорошо. С этими карами, которые я вот начал покупать за билетики, вообще сложности не стало. Хотя вот первые обзоры я там, помню, перепроходил по несколько раз уровни, там по 10 раз бывало такое, чтобы нормально пройти на 3 звезды не получалось. У меня это пока не понял, что нужно улучшаться, улучшаться, покупать новые машинки. Ну и все будет хорошо. Все, если вам нравится эта игрушка, то поддержите это видео своим лайком. Ну, оставайтесь с нами, скоро продолжение. Пока-пока.